И Козлов Сергей Александрович, полицейский водитель патрульно-постовой службы отдела МВД России Жовский. Старший сержант полиции Максимов Игорь Николаевич, полицейский патрульно-постовой службы отдела МВД России Осташковский. Начальника МВД России по Тверской области от 23 марта 2017 года, номер 106, за образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона награждены нагрудным знаком МВД России за отличную службу в МВД России второй степени майор полиции Кастардин Александр Андреевич, старший участковый уполномоченный отдела МВД России Осташковский. Уже Российской Федерации.